Добрый день! Сегодня я хочу вам показать клеточку, называется Микки, которую мы купили в магазине «Шиншилка» несколько дней назад. Вот такая клеточка. Называется Микки. Клеточка укомплектована вторым этажом, лестницы на второй этаж и поилочкой. Вот такой поилочкой укомплектована. Вот, пожалуйста. Вот. Домики, это, так сказать, не вне комплектации. Колеса в данной клетке почему-то не было. Вот, клеточка хорошая, просторная. В ней прекрасно размещаются хомячки. Есть место, где расположить кормушечки. Лестничка, вот она на второй этаж, которая входит в комплект. Вот хомячки могут прекрасно расположиться на первом, бегать в колесе. Есть место для установки колеса. Есть место, куда можно поставить домики. Есть место, где побегать. Клеточка довольно-таки просторная для мелких грызунов. Здесь хорошие такие вот мелкие прутья. Кстати говоря, прутья не окрашенные. Вот здесь металл. Это хорошо. Вот мне это нравится, потому что не будет погрызанных кусочков краски. Вот. Грызуны прекрасно перемещаются. Ползают, пьют водичку. Поилочка тоже хорошо держит. Капельку, вода не протекает, то есть довольно-таки все цивильно, хорошо, нам очень понравилось. Вот так выглядит наша клеточка. Вот металлические зажимы. Вот так клеточка Микки, нам очень понравилось. Купили мы ее в магазине «Шиншилка». Желаем и вам приятных покупок в этом магазине. Всего доброго, хорошего дня!